Этому ароматному фрукту долго на ветке висеть нельзя. Дерево словно само подсказывает, когда сочные плоды пора снимать. До необходимой спелости персик прячет свою съедобную красоту в густой кроне. Как только фрукт поспел, листья складываются пополам. И вот он, персик, как на ладони. А вот ранней весной возвратные холода сады пришлось в буквальном смысле слова спасать. В ОПХ Анапа не случайно после уборки рапса и рыжика оставляют в складах пожнивные остатки. Их потом жгут в рядах, окуривая дымом наклюнувшиеся цветочные бутоны. Зато сегодня агроном ОПХ Анапа довольно объемами товарной продукции. В этом году мы ожидаем получить с персика 52 тонны урожая. Это значительно выше, чем в прошлом году, ввиду того, что в период вегетации были проведены все мероприятия по сохранению урожая персика. Были весной очень сильные морозы, температура опускалась, и что приводило к подмерзанию завязи во время цветения и дальше во время уже это наличия завязи на деревьях. Мы, значит, окуривали сады для того, чтобы сохранить урожай. Елена Владимировна к персику, как к ребенку, вставала в 3 часа ночи и до самого рассвета жгла со своими рабочими костры. Сегодня спасенный урожай убирают студенты Томского государственного университета. Им тоже приходится приезжать в сад на рассвете. Приезжаем сюда с 6 утра, начинаем работать, когда еще не такая жара. И, ну, очень здорово. И может ли быть по-другому на такой замечательной трудовой практике? Я учусь на факультете психологии. Ага. Ну и как для психолога уборка персиков? Здорово, это очень весело. Мы тут сюда приезжаем с хорошим настроением всегда, убираем персики. Как тебе персики? Очень сладкие, сочные, вкусные. Удивительно, но вкус кубанских персиков не надоел. Хотя сбор их – трудная работа. Урожай хороший, да. Угу. Тут бывает, что на каждом дереве несколько ведер мы уносим. Они дают нам энергии, силы. Нам очень нравится работать здесь. Ага. А ассоциация персика с чем у вас теперь навсегда? С чем персик ассоциируется? Персик ассоциируется с работой. Каждый день в санаториях и пансионатах города, получая на полдник эти солнечные плоды, наши отдыхающие даже не догадываются, какой за этой сладостью стоит труд. Зато наши фрукты по аромату и сладости не сравнить с заокеанскими.